они перевозят груз, надо спешить. На углу стоит повозка. Спрячемся в ней, и нас довезут до места. Я в повозку. Иди домой. Домой? Назад в холод и уныние? Год носить черные перчатки и траурную повязку? Потом вернуться на фабрику и быть винтиком в машине капитализма? Нет. Мне нужна справедливость. И это взрывчатка. Она никому не достанется, дружище. Ни тебе, ни им, никому. Слишком много крови пролито. Я хочу построить новый мир. Чтобы никто не мучился так, как мой сын. Скажи мне, друг, сколько крови можно пролить ради этого? Еще немного! Уходи! Пусть поживут, пока не доставят меня на фабрику. Прости, но мне он нужен больше, чем тебе. Успокойся, Смит. Во имя правосудия. Не стреляй! Моррис! Бедняга. Так, надо разбить эти ящики, пока еще кто чего не удумал.
он взялся? Тебе не сбежать! Попался! Ты вы. А мистер Моррис? Ясно. Я боялся, что так и будет. Он был хорошим человеком, но горе ослепляет и лучших из нас. Я думаю, что вы отвратили большую беду.
Дурная кобыла! Красавица моя! Прогнило до основания. Даже не счесть, сколько людей искалечено машинами на производстве. А фабрика все равно процветает. Поможем рабочим, которых здесь эксплуатируют. Но нужно раздобыть улики. Где-то внутри есть доказательства преступлений. Отчеты о несчастных случаях. Найдите бригадира, а потом как-нибудь убедите его отдать отчеты. Может, если создать видимость пожара, получится войти. Сейчас все дотла сгорит. Где же пожарные? Быстро! Тормози!
Спасены? Ты спятил? А что с отчетами? Хозяин не обрадуется, если бумаги сгорят. Господи, вы правы. За мной, скорее! Они должны лежать здесь. Вот они. Хорошо, целы. Как хорошо, что вы здесь. Наше предстоящее собрание хотят сорвать штрейкбрехеры или шпионы, эти прислушники полиции, негодяи и враги прогресса. О, теперь я телохранитель. Чудесно. Боюсь, что любое волнение в толпе приведет к насилию, поэтому избавляйтесь от смутьянов без шума. Вундербар, спасибо. Я пойду готовиться, а вы идите внутрь. Дамы и господа, рабочие! Этот человек вынуждается в представлении. Но я его все равно представлю. Он пожертвовал многим ради нашего благополучия. Поприветствуйте мистера Карла Маркса! Сейчас я до тебя доберу! Не звук. Благодарю за радушный прием. Я стою перед вами с тяжелым сердцем. Англия — это флагман промышленности и торговли. Чего стоило рабочему классу процветание высших слоев общества? Искалеченного здоровья, более совершенное оборудование, научный прогресс и промышленность. Смерть!
Дамы и господа, рабочие! Этот человек не нуждается в представлении, но я его все равно представлю. Он пожертвовал многим ради нашего благополучия. Поприветствуйте мистера Карла Маркса! Рабочие! Протушный прием! Он пожертвовал многим ради нашего благополучия. Поприветствуйте мистера Карла Маркса. С того света так не поулыбаешься! Держи, Маркса! Я стою перед вами с тяжелым... представлю. Он пожертвовал многим ради нашего благополучия. Что тебе делать? Я рожден. Зачем сложности грабить?
Господа, собрание закончено! Идите по домам! О, боже! А мистер Маркс останется! Ему... Стойте здесь! Не нужно... Я расскажу! Зачем сложности служили большую службу рабочим Лондона, реформы которых мы добиваемся уже не за горами. Кстати, не хотите вступить в рабочую партию? Не люблю я политику. Он не любит все, где надо думать головой. А вы вступите, товарищ Иви? Боюсь, у меня иные обязательства. Как насчет почетного членства? Не привыкли сдаваться, да? В этом мы с вами похожи. Auf Wiedersehen, друзья мои. Что? Воры! Воры! Люди, помогите! Воришка убегает! Помогите, прошу вас! Прошу! Туда, в ту сторону! Прошу! Мой кошелек!
А я и не знал, что у вас есть сестра, мистер Фрай. Иви Фрай, сэр. Рада встрече. Я бы ответил вам взаимностью, мисс Фрай. Но, боюсь, сегодня меня ничто не порадует. Что случилось, сэр? Я привык, что мои идеи оспаривают. Накал страстей в оживленном споре. Ради этого стоит жить. Но последнее время посягательства на мою честь приняли мрачный оборот. Теперь мне стали угрожать физической расправой. Мне, а также моим коллегам. Я не хочу, чтобы моя работа принесла кому-то вред. Вы помогли сиропам старика. Я в долгу. Мы помогли друг другу, сэр. Мы с братом позаботимся о том, чтобы вас больше не беспокоили. Что вам известно о костях? Я знаю, какое давление надо, чтобы их сломать. Возможно, будет лучше, если я просто опишу ситуацию. Я недавно получил телеграмму от коллеги, доктора Шварца. Он сообщил, что направляется в Лондон с одной очень ценной окаменелостью. Он прибудет на Чаринг-Кросс с минуты на минуту. Вы обеспечите его безопасность? Мистер Дарвин, я доставлю вам доктора и его камень. Прекрасно! Но будьте осторожны! Доктор Шварц будет ждать на Чаринг-Кросс. Вместе с ценным грузом к мистеру Дарвину. Ведите себя естественно. Так. Как поживает отец? То есть мой брат из Франции, с которым мы, само собой, росли вместе. На помощь! Как он выглядит вообще? Как он выглядит вообще? Очень рад слышать. Постараюсь не напоминать ему, как неосмотрительно он поступил, не предупредив меня об этой деликатной ситуации. Вы меня так и... Превосходно! Очень рад слышать. Постараюсь не напоминать ему, как неосмотрительно он поступил, не предупредив меня об этой деликатной ситуации. Спасибо.
Как иголку в стогу сена искать? Вижу его! Как его найти в такой... Без вашей защиты мне точно конец. Доктор Шварц? Остался на родине. Теперь отнесем это Дарвину. Наконец, мое бедное сердце. Он у вас? Прекрасно! Но где доктор Шварц? Боюсь, уже на том свете. Он не покидал Германию. Но хоть и окаменелость удалось вернуть. Господи, какие-то люди недавно хотели купить все мои исследования с условием, что я буду работать только на них. Само собой, я отказался. Научные знания нельзя купить, они принадлежат всем. Пусть делают, что хотят.
Письмо? Для меня? Доброго дня, Джейк. В нашей газете опровергли невежественные нападки Оуэна на мою работу. Но мне сегодня не здоровится. Будьте любезны, принесите мне экземпляр. Thank you.
спасли мне жизнь. Ага. А ты мне расскажешь, зачем напал на газетчика? Нам приплатили, чтобы мы велели продавцам раздавать эти листовки. Вот, берите и оставьте меня в покое. У мистера Дарвина проблемы. Обезьяны. Если бы не нынешние обстоятельства, я бы похвалил стиль автора. Какие глупцы! Прогресс не остановить, печатая листовки и убивая газетчиков. Мы должны найти виновников, пока не пострадал кто-нибудь еще. Пожалуйста, найдите эти ужасные листовки и избавьтесь от них. Может, вам удастся поймать расклейщиков с поличным? Я к тебе иду. Обезьяны? Это правда? Если я бы не допрыгался...
упустили? Упустили! Ты где-то не там Ты что это делаешь?